Что такое рабочий лист, который вы создаете на курсе «Секрет рабочего листа»? Объясняю в этом видео. Во-первых, хочу сказать, чем не является тот рабочий лист, который вы будете составлять. Это точно не листочек, на котором представлены какие-то задания. Это точно не листок с заданиями, за который вы потом ставите отметку. Более того, те рабочие листы, которые вы создаете, они совсем не предназначены для того, чтобы для них ставить отметку. Почему? Потому что рабочий лист, который вы будете составлять, это рабочий лист, который позволяет вам организовать учебную работу в соответствии с новыми образовательными стандартами. Это лишь проектирование учебной ситуации, которая отличается от той ситуации, которая есть сейчас в нашем традиционном классе. Это такой учебный материал вы создаете, с которым ученик может справиться сам. Вот если мы возьмем, например, вот такой лист, и тут ученик не справляется сам, ну не знает он, что записать сюда, или он не знает, что записать сюда. Что будет делать такой ученик на уроке? Ну, если это на отметку, то понятно, что с ним будет. Если это он на уроке заполняет, например, вот какую-то такую рабочую тетрадь, и он не знает ответа на вопрос, что он будет делать? Правильно, он или спишет с соседа, или он спишет с доски, услышит ваше объяснение и спишет, запишет. То есть никакого усилия вообще, в принципе, не пришлось приложить для того, чтобы выполнить это задание. На контрольное это потом будет наказуемо, он за это получит какую-то не очень хорошую, не очень приятную для себя отметку. Вот этому я точно на курсе «Секрет рабочего листа» учить не буду. Коллеги, составлять вот такие вот вопросы и оставлять место для заданий мы с вами и так умеем. Этому учить, наверное, вообще никому не нужно. Я думаю, что это умение есть у нас у всех, у каждого. Я учу совсем другое. Первое. Ученик с этим учебным материалом, как я уже сказала, справляется сам. Что это значит? Это значит, что этот рабочий лист, этот учебный материал, давайте назовем его так, он содержит абсолютно все, что нужно ученику. Он содержит обратную связь, он содержит задания, с которыми он может справиться, он содержит необходимые инструкции, и ученик может работать с этим рабочим листом даже в той ситуации, когда учитель вышел из класса. Я не говорю обязательно, что ситуация такая должна сложиться, непременно. Я как метафору это использую, то есть как будто бы учителя в классе нет. И те учителя, которые этот рабочий лист на уроках применяют, они отмечают, что ученики работают так, как будто бы учителя в классе нет. Они его не замечают. И иногда это даже неприятно учительскому эго. Как это так? До этого все глаза были на меня, смотрели, все внимание было на мне сосредоточено, а тут они работают настолько увлеченно и активно, что учитель перестает замечать. Побочным эффектом этой такой работы, что наш ученик может справиться с учебной работой сам, является то, что, коллеги, у учеников повышается степень самостоятельности, у них повышается мотивация, интерес и растет уверенность. Уверенность, даже если у вас самый сложный для понимания учебный предмет, и вы взяли ваших учеников уже в 9 классе, или в 8, или в 10, и у учеников уже сложилось убеждение, что этот предмет точно не для них, они здесь ничего не понимают, даже эти ученики справляются, вовлекаются и начинают потом активно работать. Второй важный момент, связанный с тем учебным материалом, который вы будете создавать на курсе, это, коллеги, то, что вы на уроке будете свободны. Вы будете на уроке свободны. У вас будут свободны ручки, у вас будет свободна ваша голова, и у вас будет время и возможность для того, чтобы индивидуально поработать на уроке с каждым учеником или с какой-то определенной группой учеников. Согласитесь, если мы работаем фронтально, в нашем традиционном классе мы руководим, управляем всем темпом учебной работы, у нас нет возможности взять себя и переместить на последнюю парту вот к тому самому, который вот никак не может включиться и работать с ним минут 15 подряд. Но нет у нас такой возможности. Что у нас тогда весь остальной класс будет делать? Он растеряется. Но сильные, может быть, и займут себя чем-то, а остальные-то. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Вот с тем учебным материалом, который вы создаете, вы можете себе позволить такую роскошь. Вы даже 20 минут можете посидеть с этим одним единственным, которого нужно держать за руку, потому что иначе он не поймет ничего. Или с той группой учеников, которым очень трудно влиться в учебную работу. Кому подойдет вот такой учебный, создание такого учебного материала? Он подойдет обязательно тем педагогам, которые хотят переворачивать класс, которые хотят вступить на этот, к этому, подойти к этому перевороту.
Он подойдет также тем ученикам, тем педагогам, которые хотят практиковать проектное обучение в своей учебной работе. Далее, он подойдет всем тем, кто вообще хочет отказаться или постепенно уходить от традиционного построения урока. Для того, кто уже устал из урока в урок показывать, как хорошо он умеет решать логарифмические уравнения, уравнивать реакции, объяснять отличие одного азовского похода от другого, как пишется, когда, в каком случае 1n, в каком случае 2n и так далее, а потом в итоге проводить самостоятельную работу и понимать, что они все равно ничего не поняли и делают абсурдные ошибки, которые говорят, что они вообще эту тему не поняли. Вот для этих педагогов, коллеги, подойдет создание такого учебного материала. И также для тех, которые понимают, что или слышат, как много говорят о том, что от традиционного урока надо уходить, у нас новая учебная программа, у нас другие стандарты, другие умения надо развивать у наших учеников, но они задаются простым вопросом, как я могу это сделать, ну вот как, ну вот у меня есть учебник, у меня есть тема, у меня есть мои ученики, у меня есть мой опыт, и как же я теперь вот буду подработать-то по-другому, как же мне теперь так-то сделать, чтобы вот эта новая учебная программа смогла наконец-таки реализоваться в моем учебном предмете. Вот, коллеги, для этих педагогов, которые задаются вопросами, вот создание такого учебного материала будет очень хорошей помощью, потому что вы под моими строгими, четкими инструкциями разработаете этот учебный материал, а он 90% работы сделает на уроке сам. Вы просто увидите свой собственный урок со стороны и поймете, что же такое нетрадиционный урок, скажем так. Не хочу ему сейчас давать никакое другое название, назовем его отличным от традиционного урока, и все вам станет понятно. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос относительно рабочего листа. Больше вы прочитаете по той ссылке, которую я поставлю к этому видео, и, конечно же, добро пожаловать на курс «Секрет рабочего листа», где мы с вами сможем посотрудничать.